Всем доброго дня, с праздничком Пасхи. Сегодня надо без шапочки в праздник. Так положено. Всегда положено. В те дни у меня просто образ. Так. Вот чай прикупил. Чайный напиток в покупочке 135,99. Со вкусом, ароматом малины. Вот. Заварил уже. Ну, я как голодал немного. Есть не надо сейчас. Чтобы не навредить себе. Курички. Прикупил по 60 рублей. В ларёчке. Творожный вкусненький. Что я так? Такой лёгенький компотик. Ну, где-то восьмёрочка. Ну, дороговато, конечно. На пасочку я оценить не буду. Хлеб всегда голова. Цветовое. Отдай хлеб. Как это вкусно и аппетитно. Я посыпку только не очень люблю, но это вкусно. Я еще батончик люблю. Всем позитивчик. Хорошее настроение. Еще раз праздничек, чтобы каждый в душе был Господь.